Аминь. Взыщи народ меня на месте сём, говорит Господь, Армана Иглайсена. О, если ты смиришь душу свою и сердце, если ты упадешь в ног моих, Романе Глаудес, ты увидишь благости мои, которые я буду подавать для тебя. Много упавших, много уставших, много изнемогших. А я желаю перевязать раны твои, аллилуйя. Ибо я Бог любовь, я пришел, дабы врачевать, дабы поднять, помиловать и дать силу стоять твердо, непоколебимо. Ибо знай, народ, идут время тяжкое, постигнет тебя еще. Так говорит Дух Святой, еще это не тяжкое время, нет, Романе Глауда. Но постигнет тяжесть, придет на народ, Романе Глауда. И кто тогда устоит, если нужно веровать и твердо стоять? Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, так говорит Слово Господне. И я желаю, дабы ты был твердый духом, не колебался, ни умом, ни разумом своим, но стоял на истине, дабы ты подпорядковал жизнь свою Слову Господнему, Аба Отче. И если ты будешь поступать по Слову Мою, увидишь благости, которые я буду изливать на народ твой. Ибо я желаю благословить наследие свое. Я желаю излить благодать свою, Карамина Готефлайзен. Чтобы ты увидел глазами эту милость, аллилуйя, а я желаю подать народу моему. Но нужно великое очищение, дабы я изливал свою благодать. Нужно терпение, аллилуйя, как ты терпишь, брат, брата, скажи, аллилуйя, если любовь ближнему твоему, Кремене Готефлайзена, а как нет этого зачастую, аллилуйя, ты противишься злому, а нужно покрывать добром, аллилуйя, нужно стоять твердо, непоколебимо в жизни. И поступать на их слово учить, говорит Господь, аллилуйя. Вот я собрал эту часточку народа, дабы злить свою благодать, ободрить и указать на путь правды. Дабы народ мой стоял в истине и ходил право путями своими. Не сворачивал ни направо, ни налево, но только и шел, как ведет Христос, аллилуйя. Так как написано, Ава Отче, и так уповай народ на Господа. И увидишь благости и милости еще, и ждет народ еще великая слава Господня наполнить народ. И тогда будешь радоваться, и тогда увидишь, как хромой будет скакать Арфаду Ременгау. А я подготовляю народ к этому, Ава Отче, и желаю злить свои потоки дождя позднего, говорит Господь. И так смирись под крепкую руку, и прийди в смирение великое, и упади в ноги, скажи, Господь, ты Бог мой, а я твій. Амінь. Ава Отче. Аминь.